Эту новость ждали с нетерпением. Теперь в главную исламскую святыню, мечеть Аль-Харам в Мекке, могут попасть дети любого возраста. Об этом на днях сообщило Саудовское министерство хаджа и умры. В ведомстве пояснили, что детям старше 5 лет необходимо зарезервировать разрешение на вход в Аль-Харам через специальное приложение. Малышей до 5 лет родители могут брать с собой в главную мечеть мира без каких-либо дополнительных разрешений. Стоит отметить, в феврале 2022 года саудовские власти разрешили детям старше 7 лет посещать мечеть Аль-Харам в Мекке и мечеть Пророка в Медине. До этого им был закрыт доступ туда почти 30 месяцев. Примечательно, что максимальное снятие ограничений происходит на фоне начала нового сезона умры малого паломничества. Ранее в июле завершился хадж. Ритуалы пятого столпа ислама смогли выполнить 1 000 000 паломников со всего мира.